Праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества прошел в Кумыкском театре Махачкалы. Почетными гостями вечера стали ветераны Великой Отечественной войны, участники событий в Афганистане, представители силовых структур и военнослужащие. Их приветствовал первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов. Он отметил, что в День защитника Отечества вспоминают не только героические подвиги предков, но и отдают дань мужеству и благородству всех представителей сильного пола. Стране сегодня нужен надежный щит, нужна армия, отвечающая требованиям времени. Руководством страны взят курс на обновление и укрепление вооруженных сил, повышение их технического оснащения и стратегических возможностей. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наша современная армия – это прежде всего профессионально подготовленные, сильные духом волевые люди. Перед зрителями выступили самые яркие ансамбли республики. Это «Молодость Дагестана», «Дети Кавказа», хор русской песни «Волна». Также прозвучало много известных песен военных лет.